Для того, чтобы решить пропорции методом бабочка, для начала необходимо перемножить средние члены пропорции, потому что именно там находится неизвестное x. X умножить на 4 равно. Далее перемножаем крайние члены пропорции. 8 умножаем на 5. И у нас получается вот такая замечательная бабочка. Продолжаем решение. X умножить на 4 равно 4x. 8 умножить на 5 равно 40. X равен 40 разделить на 4. X равен 10. Решение готово.